Хурма. Это да, сушеная хурма. Сушеная хурма. По-вашему, хурма или как называется? Не, хурма, да, тоже называется хурма. Хурма, да, да, хурма. Хурма. По-грузински королёки, так называется. Как? Королёки. Королёки. Да. Королёки. Классно. Королёки потом сушится. Вот 700 грамм стоит, получается, 7 лари. Да, 7 лари. 7 лари, это, ну, в общем, около 70 гривен. Вот, за 700 грамм. Поэтому держите, это вам. Вот, а это нам. Спасибо вам. Хурма. Шумная хурма очень вкусная, полезная и питательная. Ребят, где вы бы не были, сюда торгуйтесь. Спрашивайте за скидки, и сюда можно подешевле купить. Потому что многие продают подороже, а можно пообщаться и вам сделать скидку. Так. One, two, three, go!